Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я вам расскажу о завершающем этапе посадки ореховой аллеи. Ну, здесь в этой аллее растут не только орехи, но еще и абрикосы, и черешню я посадил. Видео об этом есть на канале, если еще не видели, ссылки оставлю здесь в подсказках, либо в описании к этому видео можете посмотреть. Завершающим этапом это установка вот таких ограждений, каркасов защитных от животных. Здесь участок огорожен забором не полностью, поэтому сюда из леса наведываются различные, ну, в данном случае зайцы, которых я лично видел. Хотя сегодня встретил охотников, они говорят, что здесь ходят даже кабаны и лоси. Но я не думаю, что лоси с кабанами найдут и откопают, хотя кто их знает, эти саженцы маленькие, но тем не менее зайцы точно их могут поесть. Для них это очень сладкое, вкусное, скажем так, дерево. В основном абрикосы, черешни. Насчет грецких орехов не знаю, но тем не менее. Я сделал каркасы на все посадки, которые сделал в этом году. Как они выглядят, вот можно видеть справа от меня. И дальше вот вдалеке видны различные варианты. Да? Делал я каркасы первый раз, поэтому делал несколько вариантов, какие были у меня, скажем так, под рукой материалы. И сейчас я подробнее хочу остановиться на примере одного каркаса, как я это сделал. Давайте вместе с вами посмотрим. Давайте вместе посмотрим, из чего же состоит каркас. Ну, это брусок 50 на 50. Он у меня покрашен. 4 штуки вверху, сложены вот таким вот образом друг на дружку. И 4 внизу. Просверлено отверстие. Здесь в этой части верхней не полностью, наполовину, вот сюда вот, чтобы не торчало. В нижней части полностью просверлено. Вставлена стеклопластиковая арматура. В данном случае я использовал диаметр 10 мм. Но если есть возможность, лучше берите больше. 12 будет получше. Но тем не менее, скажем так, даже с 10 миллиметрами диаметр, все прекрасно, как вы видите, стоит. Что еще хочется добавить? Чтобы арматура не двигалась внутри, я моментом проклеил, то есть туда вот добавил еще момент в отверстие, где вставлял арматуру, клеем моментом влагостойким, водостойким. Что еще по поводу сетки? Вот в данном случае здесь сетку я использовал самую недорогую, пластиковая, она, ну, такая не очень хорошего качества, она может порваться, дешевая. А вот здесь, давайте пройдем дальше. А, да, забыл сказать, ну, другом покажу. Внутренний диаметр я сделал 50 на 50. Первый вариант, который я сделал для пробы, он там вдалеке зелененький, сейчас я его покажу вам. Он 60 на 60, ну, нерационально с точки зрения материалов его использовать. Здесь все то же самое, только вот здесь я использовал сетку уже другого качества. Конечно, она желтая, я не хотела желтую, но она была с достаточно большой скидкой, я ее взял. Это Protec, не помню, как она точно называется, возможно, вставлю видео, этикетку, да, найду. Но она гораздо прочнее, она прям на разрыв прям достаточно хорошая, качественная. Лучше вот ее использовать, такую. Она подороже, но я говорю, взял ее со скидкой. Поэтому она желтого цвета. Так бы я, конечно, взял какого-нибудь зелененького или коричневого цвета. Давайте подойдем к каркасу, который я сделал самый первый, который 60 на 60. Здесь я ее сделал из остатков, у меня были остатки сетки. Но она такая получше, чем та коричневая, попрочнее. Но тоже она, ну, она попрочнее, покачественнее, но та желтая мне понравилась больше. Это такая выпуклая, такая полукруглая, а та желтая, она плоская такая. Ну, здесь вставка из остатков, не хватило кусочка. Здесь вот 60 на 60, я посмотрел, прикинул. Ну, если раскидится большое дерево, то можно сделать. А так, если большой объем делать, то обрезков много остается и невыгодно по материалам. А для маленьких саженцев 50 на 50 вообще самое оптимальное решение. Ну, здесь, конечно, вот в аллее я посадил еще две павловни. Это войлочная и гибрид Паутонг Z07. Гибрид я закрыл, а вот на войлочную у меня, ну, я не сделал.
Не успел сделать еще один. Ну, оставлю в таком виде, посмотрим, как она будет зимовать. Ну, судя по моим наблюдениям, ствол одеревенел. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Кстати, если еще не подписаны на канал, вам интересно про это дерево, есть целый канал отдельный «Павловные темечки до плантации». Ссылку также оставлю в описании и в подсказках на канал. Если хотите, присоединяйтесь, там много интересной информации. Вот такие вот дела по каркасам. Надеюсь, что они выполнят свою функцию защитную. Здесь вот могу показать абрикос. Кстати, вот кто смотрел видео, видно, да, трава взошла. Поздно, конечно, сажал. Ну, вот, вот так это выглядит. Это абрикосик. Ну, подрезку, как я говорил уже в видео, буду делать в следующем году. Ну и туда вот, вдаль, видно, они стоят. Вот такое вот завершающее, скажем так, мероприятие в этом году. Надеюсь, что они хорошо выполнят свою функцию защитную. Вот такое завершающее мероприятие по посадке аллеи в этом году. Сейчас у нас 15 ноября или 16 ноября, ну, середина ноября 2022 года. Выдался очень такой солнечный, прекрасный день. Температура примерно около нуля, минус один. Прекрасная стоит осенняя, скажем так, погода. На следующей неделе обещают там понижение температуры вплоть там чуть ли не ночью до 17 градусов. Со знаком минус. Ну, успел я, скажем так, поставить их, доделать это в этом году. И надеюсь, что это поможет. Если вам понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. В следующем году также буду снимать и рассказывать, что же с ними стало. Выполнили ли они свою функцию, так как они задумывались. Или, не знаю, зайцы их прогрызли, или кто-нибудь их там поломал из животных. Что вряд ли, конечно, но посмотрим. До встречи в новых видео. Пока.